Итак, я зовут Евгений Орлан. Мы, в общем, с вами сегодня в рамках часа ближайшего поговорим о бизнесе, о продажах, о том, как увеличить ваш оборот, о том, как увеличить ваши показатели. В общем-то, ради этого вы, наверное, сюда пришли, правильно? Такой аншлаг. Да. С какой целью сюда пришли? Чего хочется? Денег. Денег хочется. Хороший ответ. А у всех же, кто здесь присутствует, уже есть действующий бизнес, правильно я так понимаю? Есть те, кто вдруг нет. Все шикарно. А давайте чуть-чуть познакомимся. Я представляю себя в трех обстоятельствах. Я действительно бизнес-тренер последние 4 года. На самом деле, я продавец последние 17 лет. И я предприниматель последние 10 лет. И чуть больше получается, уже больше. Уже по цифрам, да. 12 получается. И я всегда говорю, что, потому что я продавец и буду представляться как продавец, просто потому что я считаю, продавец — это профессия. Вот в жизни навсегда кому-то что-то приходится продавать. Приходится, если мы этого не осознаем, либо мы получаем вот это удовольствие, если мы осознаем, что мы это делаем, и мы можем это использовать. Я поработал в разных структурах, продавал разные продукты, услуги в найме. Потом это все дело применял в своем бизнесе, с длительным циклом сделки, когда можно год заниматься ведением одного клиента, чтобы он тебе что-то купил. Но когда он покупает, ты получаешь кратную, в общем, ценность, большие деньги. И продажи с минимальным циклом сделки, когда по телефону, здесь сейчас ты закрываешь сделки с клиентами. И построил карьеру до регионального директора компании Groupon в 2011 году, когда я попал первый раз, вот что называется, в систему, где минимизирован человеческий фактор, где мы выросли в 6 раз, с 10 до 60 миллионов за 7 месяцев, и это только в Питере. То есть вот это кратный рост. Это кратный рост, он достигается за счет системы. Я понял, что это все то, что я делал до этого, оно было, мягко говоря, не очень системно. И об этом сегодня с вами поговорим. Что же можно сделать? Как можно увеличить ваши продажи? Да? В чем состоит система? Какие элементы необходимы, обязательны, достаточно? И то, что я сейчас все делаю, я представляю еще британскую компанию Excite Communications в России. Это больше 30 лет они занимаются бизнес-образованием. Я работаю с российскими департаментами, клиентами. И развиваю свою консалтинг-компанию «Атланты бизнес». Это школа системы продаж и консалтинг. Мы помогаем выращивать отделы продаж, мы помогаем выращивать показатели. И одна из основных историй, как мы это делаем, мы очень много анализируем. Мы очень много слушаем, как общаются люди с клиентами, как общаются менеджеры. Я прослушал огромные сотни, десятки, тысяч, наверное, разговоров менеджеров, не из отдел, которые этим сейчас занимаются, слушают. Но когда ты слушаешь, анализируешь, к чему можно прийти? Что можно увидеть, когда ты анализируешь процесс коммуникации? Систему. Всегда видно систему. Каждый из вас, когда вы общаетесь с клиентами, с поставщиками, с партнером, с кем угодно, у вас есть в голове определенная система, по которой вы ведете коммуникацию. Если вы ее проанализируете, вы выделите ключевые элементы этой системы. Если вы проанализируете, какой результат вы получаете или кто-то другой, вы можете его менять. Теперь давайте перейдем, в общем, к началу темы. Поговорим о... Бизнес начинается с продаж. В общем-то, мы сейчас не будем говорить там про продукт, про маркетинг. Мы говорим о финальных деньгах. Как увеличить кратный рост бизнеса? Вам необходимо больше продавать. Вам необходимо, чтобы поток клиентов у вас шел постоянно. Да? Либо, если он есть, чтобы поток потенциальных клиентов сделать так, чтобы конверсия была максимальная. Почему мы теряем потенциальных клиентов? То есть у кого из вас есть входящий поток обращений в вашу компанию? Есть такие? Ага. Все ли обращения, которые приходят к вам, трансформируются в итоге в клиента? Не все. Бывает далеко не все. Бывает там конверсии 10%, и где-то это хорошо, это очень цифра. Бывает 90%, да, и все зависит от модели бизнеса, все по-разному. Но вопрос, почему мы теряем? Опять-таки, анализ, который мы делаем в разных сферах, в разных нишах, мы каждый месяц начинаем работать с какой-то новой нишей сфер, с которой мы не имели до этого дела. Но неважно, куда мы приходим, где мы анализируем, всегда мы можем увеличить показатели. Просто за вопрос системного подхода. И мы выделили такие ключевые вещи, где, как правило, мы теряем деньги, где бизнес теряет деньги. Эти вещи можно записать. Первое, где теряются деньги чаще всего? В общении, в коммуникации с клиентом. Первое, когда мы не знаем ориентиров ожиданий клиента. И мы даже не уточняем это. Ну, самый простой вопрос в лоб, там, на что ориентируется клиент, он не всегда работает. Есть другие способы выяснить, на что ориентируется клиент. Но самое главное, если мы этого не делаем, мы, как правило, уже теряем. Второе. Отсутствует какое-то либо предложение альтернатив в вилке цен. Когда клиент обращается, неважно зачем, за услугой или за товаром, у нас
мы исключительно работаем по его запросу. Мы не делаем каких-то альтернатив. Мы не даем... У клиента всегда есть выбор либо купить, либо не купить. Когда мы делаем альтернативу, у клиента выбор из чего покупать. Третье, когда нету рекомендательного апселла и кросселла. Апселл — это до продаж, или кросселл — это продаж из других каких-то категорий услуг и товаров. Когда это не делается системно. Да, то есть, если ты слушаешь игру, видишь, в отделе там 5 человек, 10 человек. И системно этого не делает никто. Там делает 1-2 человека, это через раз. Это нет системы. Четвертое, когда нет выстроенного обязательного перехода к закрытию сделки у клиента. То есть, вот мы поговорили, ответили на вопросы. У кого услуги, бизнес по услугам есть? Ага, половина. У кого товарное направление? Сейчас написано примерно по рукам, по крайней мере, разделение. Представляете, к вам приходит клиент и задает какой-то вопрос, или звонит. Вы отвечаете на этот вопрос, рассказываете, а потом он говорит: окей, я понял, спасибо. Бывает такое? Да, бывает довольно часто. Почему? Клиенту часто нужно выбрать, нужно время, нужно понять для себя, то есть как мозг вообще устроен, как мы приняли решение. Мы что-то ищем, если мы там в сети, в интернете находим, переходим на ваш сайт, но вы же не одни такие. Я еще как минимум несколько посмотрю. И часто мы выступаем в роли консультанта в бизнесе, и отдела продаж у нас так выступает. Мы просто консультируем, мы ответили на вопросы клиента, и все. А закрытия никакого не делаем. Никакого call to action конкретного призыва к действию нету. И того, чтобы он помогает конвертировать ключевого этапа конверсионно. Пятое. Предложение альтернативного товара или услуги, если нет наличия. Если не бывает такое, когда то, что хочет клиент, мы не можем дать ему. Мы можем расстроиться, можем вывернуть эту новую. У нас этого нету, но есть еще лучше. Шестое, когда нет отработки сомнений клиента. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы ключевые сомнения ваших клиентов? Они есть вообще у них, да? Они всегда есть. В любой услуге, в любом бизнесе всегда есть сомнения у клиентов. Важно их понимать, и тогда можно превентивно с ними работать, не допускать между возражений. Вопрос в том, что часто этого не делают. И нет когда разделения. На типажи клиента хотя бы даже базовые. Какие клиенты к нам приходят? Всегда базово можно разделить на две минимальные категории: транзакционные и консультационные. Транзакционные, которые четко знают, что хотят. Мне нужен там вот такой-то ковер, мне нужна вот такая-то услуга. А консультационные, которые знают проблему свою, но не знают, как закрыть с помощью вашего гитара. Им нужна какая-то консультация, они выбирают. А с ними нужно немножко по-разному работать. А это ключевые вещи, как правило, где в разговорах с людьми теряются деньги, где клиенты уходят. Как, в общем-то, увеличить конверсию, как увеличить показатели? Я здесь с точки зрения системы, опять-таки, я сейчас буду рассказывать определенные элементы той системы, которая была выстроена у нас в группе в свое время, то, что мы помогаем сейчас в компаниях выстраивать. И хочу попросить короткий ролик включить. Все наверняка смотрели фильм «Волк с Уолл-стрит», правильно? Вот сейчас мы короткий ролик двухминутный посмотрим, но сейчас смотрите его не просто как зрители, мы же смотрели изначально его как зрители. Классный фильм там, да, заводной. Посмотрите сейчас и проанализируйте за эти две минуты. Не смотрите на этическую составляющую бизнеса. Все, вот часто в Америке множество фильмов, да, где показывают, как строились компании. Это же реальная история Джордана Белфорда, как он построил многомиллионный бизнес. Часто они показывают там, на уровне продажи каких-нибудь не очень хороших продуктов, акций и так далее. Но если хороший пример. Проанализируйте, какие ключевые элементы, если вы помните и сейчас увидите из фильма, были в системе Белфорда. То есть что, какие ключевые элементы были использованы в его модели продаж в его бизнесе. Так, звук только вернул. Нет звука? Там штекер надо воткнуть. Ну ладно. Без звука не посмотрим. Тогда я вам так расскажу, не принципиально. Если вы все смотрели, вы все вспомните. Это был, в общем, ролик, все помните, как Ди Каприо красиво продавал по телефону, и все на него сидели и смотрели, да, с открытым ртом. И в одном этом ролике можно увидеть несколько ключевых элементов, что он делал. Потом такие же ролики, как он тренировал свое дело, как он что внедрял в своей компании. Давайте поговорим просто и разберем это по элементам. За это основное. Первое. Чего необходимо сделать? Важно понять, что делал Ди Каприо, что делали. Мы в группе, мы очень хорошо делали домашнюю работу. У нас был целый отдел аналитики в Москве, мы понимали, кто наши клиенты, мы понимали, какие у них потребности, как с ними работать. И это все было прописано не в голове,
Я знаю, что мои клиенты — это вот люди со средним уровнем дохода такие-то, которые, в общем, приходят и хотят купить ювелирную украшение. Нет, а на бумаге вот один типаж, это там, не знаю, если у вас ювелирный магазин, это мужчина, который хочет купить помолвочное кольцо, но не знает там выбрать как, он хочет что-то уровня Тиффани и Картье, но не может себе это позволить, поэтому приходит. Вот прям прописано, что это, кто это, как, сколько примерно, на что он ориентируется. Это типаж. Это вам как памятка, на чем можно сфокусироваться. Мы понимали, кто у нас основные клиенты. И он очень хорошо понимал это. Люди, как вы помните, на кого они выходили, были не очень разбирающимися в финансах. Помните, кому они продавали? То есть они продавали людям возможность заработка. По большому счету, в инструментах и вещах, которые те не очень разбираются. Какие-то акции, еще что-то. Но есть возможность. Что они продавали? Они продавали идею этим людям. Так это же, когда они отвечают, так это же моя ипотека, да? Можете ипотеку решить. Все, людям продавали идею заработка. Не важно, что они не разбираются, как сказать. У них был определенный типаж клиента. Если бы они пошли к профи, кто разбирается, чтобы они получили в ответ, вряд ли бы они много чего-то продали. То есть они четко шли к своему целевому клиенту. Здесь то же самое. Кто ваши клиенты? Какие у них основные аватары? Аватар — это портрет. То есть раз клиент. Допустим, это недвижимость, если там, да, то здесь категория, не знаю, там эконом. Эконом, говоря, там, мы когда работали там, с агентством недвижимости, у них прям четко вот там, это, они даже назвали так портреты, например, эконом-пенсионер. Вот у него столько-то проблем, у него такое-то количество денег, нехватка, туда, такие-то проблемы. Есть четкое описание, понимание, как с этим клиентом работать. Какие у них есть скрытые потребности, то есть чего они еще не договаривают, да, всех что-то хотят. Какие могут быть сомнения? Скорее же, мы таки все покупаем. Либо чтобы сработал какой-то эмоциональный импульс. Например, появился человек, который настолько убедительно рассказал, мы такие, ну да, точно. Либо появилось какое-то спецпредложение. Кто-нибудь покупал по спецпредложению, например, там? Да, почему? Эмоциональная покупка. Может быть, даже бывает, что вам это сильно не нужно. Вот. А может быть, и нужно. Но важно, чтобы у вас была построена система, где помогают принимать решения. Менеджер ваш, ваш бизнес позволяет принять решение клиента. Вторая история. Внедрите сценарий. Сценарий – обязательная история, когда у вас есть типажи клиентов, вы можете под ним прописать сценарий. То, что делал Волк с Уолл-стрит в этом фильме, если вы помните, он там каждый менеджер, когда они показывали, как они общаются с клиентом, они говорили одинаковыми фразами. Менялись лица только, но человек говорил одно и то же примерно. Меня зовут там Олфред Камбридж, или как его назвали там, да? Ну, Джолтон Белфорд, я старший вице-президент компании, да, и я, в общем, когда он говорит, ну, я вас не знаю, отлично, вы не знаете меня, я не знаю вас, давайте познакомимся. То есть у них было все отрепетировано. Почему? Потому что, опять-таки, это проверенный механизм. Сталкивались ли вы с попыткой продать вам что-то по телефону, когда вы чувствуете, робот разговаривает с вами? По сценарию кто-то читает, да? Купили ли вы хоть раз что-нибудь после этого? Что хочется сделать? Положить телефон или послать вообще и больше об этой компании знать. Этим злоупотребляют часто там суперкрупные компании, но это работает на законе больших чисел. Да, когда есть огромная абонентская база или огромная клиентская база, которую нужно произвести по сценарию. Но самое главное, чтобы этот сценарий еще люди умели отыгрывать. Да, это уже как в театре. Есть сценарий, а есть актеры. Только единственное, что в театре актеры репетируют огромное количество часов. А у нас, как правило, люди читают с листочка, если наклеивают сценарий, а репетиций крайне мало. А как сделать сценарий? В общем, достаточно простой алгоритм, который вы можете сделать. Первое. Возьмите, у кого есть записи с формулированной картотека самых лучших-худших звонков, например, или переговоров? Есть такие? Ага, раз, два, три, четыре. Вот это очень крутая штука. Мы очень хорошо учимся, и это работает в системе, когда вам приходят новички. Вы набираете новых людей в компании, новых продавцов, а когда им не просто на амбразуру их пускают, давай, выживешь, не выживешь, а когда им дается, у них есть определенный период интеграции, введения в компанию, где они в том числе могут учиться на этих записях. У них должны быть примеры, на что ориентироваться. Сделайте, заберите конверсию. То есть вот есть отдел продаж, есть 10 человек, у кого-то конверсия лучше, у кого-то хуже. Почему у того, у кого лучше, она лучше? Для этого можно транскрибировать их разговоры в текст, да, это можно делать не обязательно самому, а делать фрилансером, как угодно. Выделить системные паттерны ошибки, за счет чего, что говорит такого человека, какое время длительность разговора. Причем всегда разные истории можно. У нас были примеры, 20 человек в отделе продаж,
конверсия, и есть только один менеджер, у которого средний чек в два раза больше, чем у всех остальных, это интернет-магазин, в два раза. Но конверсия у него, в общем-то, не сильно высокая. И время разговора с клиентами на 40% больше, чем у всех остальных. А почему? Ну, потому что она с клиентами общается. Она вопросы задает те, которые другие не задают. Она обселся, предлагает тот, который другие не делают. И в итоге у нее много, один клиент покупает много. И потом к ней приходит еще постоянно, вот с Еленой соедините меня. Да? И она делает, ну, в общем, она зарабатывает гораздо больше, чем все остальные. Это же можно снять. Это же можно снять как модель и сделать это системно у всех остальных. Вопрос в том, что это нужно погрузиться и выделить это. И часто в разговорах мы не всегда это можем услышать. Выпишем, увидим. Составьте вот эти речевые конструкции, наиболее всем алгоритм, добавьте речевые заготовки, отрепетируйте, проверьте, смотрите, где какая конверсия, и вот регулярно, и дальше ключевое слово системность. Регулярная прослушка, регулярная коррекция, регулярный анализ. Мы видели огромное количество сценариев, написанных, там, лежащих 3 года, которыми никто не пользуется в компании. Есть какой-то прописанный сценарий внутри компании, а? Есть те, у кого они не очень-то используются. Зачем тогда они нужны? То есть это документ, который должен быть в работе постоянно. Не так, что мы один раз написали, это стандарт, вот он лежит пылится. Он в постоянном работе, иначе эта история бесполезна. А третье, проводите регулярные тренировки. То, что делал опять-таки Белфорд, то, что делал у нас в группе, то, что делаем мы сейчас, это регулярные тренировки. А ваш отдел продаж, это как машина, он постоянно их всех собирал, они разбирали клиентов, они разбирали живые вот эти разговоры, когда они на группу связи ставили, да, разбирали. У нас также было каждая пятница, у нас была планерка более расширена в формате на час, и каждую пятницу час времени посвящали вот этим звонкам, разборам, анализу, симуляциям. Все знали, что в пятницу у нас это будет. И это очень хороший инструмент для постоянного развития, потому что это как мышца, ее важно качать, иначе она атрофируется. Если вы замечали, у вас бывали вот такие продавцы, которые приходят, значит, вроде начинают за здравие, а потом в конце либо спухают, либо у них качается запал, либо они переходят на клиентскую базу, перестают вообще звонить, как-то общаться и так далее. А запал пропадает мышца. Зачем мне делать какие-то экстра движения, если можно этого не делать, если есть более простые способы? Есть 7 навыков базовых, которые мы выделяем, которые необходимо развивать. То есть эти навыки, это как мышца, их важно качать. Умение входить в контакт, насколько ваш человек легко может завязать отношения с человеком, ну, просто коммуникацию с другим человеком. Есть ли это всякие там опенеры, так называемые, легены, это технические инструменты. Но вот как навык, он может это легко делать или нет, это все развивается. Активное слушание, использует он техники активного слушания, умеет это делать через присоединение, зеркаливание клиента или нет. Или это выглядит, в общем, мягко говоря, странно, когда смотришь на человека. Инициативой владеет он, разговаривает или нет. Один из ключевых навыков, важнейших, это умение управлять инициативой в диалоге. И это навык, который развивается достаточно легко при системном его развитии. В большинстве случаев, если мы возьмем там любого вашего менеджера, посмотрим, как он общается с клиентами, идет однотактная, в общем, атака, идет информационный запрос, менеджер отвечает, дальше он молчит, как правило, в большинстве случаев. Но максимум задает 1, 2, 3 уточняющих каких-то вопроса, которые нужны по стандарту. А в процессе коммуникации необходимо постоянно вести клиента. И этот навык это позволяет делать. Тогда гораздо проще принимать решение. Задать продающий вопрос, умеет он или нет, это тоже навык. А говорить на языке выгод, умеет или нет. Или он рассказывает просто базовые вещи о компании, о преимуществах. Отработки возражений, навык у него есть, он понимает, или он реагирует. Есть возражения, слушайте, а что у вас так дорого? А почему вы считаете, что это дорого? Да нет, у нас не дорого. Как угодно, это реактивная реакция. Есть у него схема алгоритма или нет? Она должна быть другой. Умение управлять своим голосом. То же самое, особенно если это телефонные переговоры. Где надо сделать потише, где надо замедлиться, где надо паузу сделать для клиента. Зачем? Сфокусировать внимание на каких-то аспектах. Но эти вещи поддаются тренировке, и если их в отдельных элементах тренировать, у менеджеров всегда колоссальный прогресс. То есть мы когда делаем с ними 2 дня таких тренировок, ну, как правило, средний чек, ну, если брать вот отдел, например, там 10-15-20 человек, то средний чек, если это входящий поток, 10-15% увеличивается, конверсия тоже там, ну, порядка 10-15% увеличивается. И просто если навыки тренировать. Потому что они постепенно понимают, они перестраивают свое мышление. Да? А систему оценки разработаете, контролируете. Это одна из ключевых вещей, которая в российском бизнесе почему-то, но не популярна. У нас был в группоне тотальный контроль. У Белфорда был тотальный контроль. А в чем он измерялся? У меня, например, я сам вроде как руководитель, но не могу принимать ключевых решений по некоторым вещам. Например,
когда ну, человек с показателями не справляется. Причем не раз в месяц, а итерации были раз в неделю. Недельные показатели менеджер должен выполнить. Не выполнил недельный показатель, теперь по системе сразу предупреждение. Вторая неделя показатель, третье, второе предупреждение. Третье, что называется, уйду к сопернику, как в знаменитой игре было, а там просто кандидат на увольнение. И я как руководитель максимум могу словечко закон, давайте еще недельку дать. Все, если он четвертый не справляется, четвертую неделю, автоматически это бывает. Лучше уходит, худшие, вернее, худшие уходят, а лучше постоянно наверху в системе рейтинга. А важно здесь что учитывать, что контролировать. Есть, опять-таки, самые популярные ошибки, системные вот эти вещи, которые вы можете выписать себе и мониторить на постоянной основе. Делают это у вас или не делают? Структура есть, нет, уверенность есть, нет. Если нет уверенности в разговоре, в голосе, а с людьми, как с ними общаются или по имени обращаются к клиентам, потребности выявляют или нет, умеет вести диалог, инициативу или нет, присоединение есть или нет. Это опять-таки те вещи, которые влияют на конверсию, которые мы на регулярной основе прям мониторим. То, что вы можете сделать, самая простая вещь, это сделать так называемую систему контроля качества. И этого вообще почти никто не делает, потому что фактически то, что вы делаете, вы оцифровываете модель общения менеджера с клиентом. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь бывал такое, что вы ну, периодически слушаете, как общается у вас ваш менеджер с клиентом? У кого-нибудь волосы выпадали при этом? Да, или хотелось так подойти, стукнуть, я не знаю, да, в какой-то момент времени. Но от того, что мы подойдем, стукнем, накричим, подойдем, скажем, вас как зовут? Анна. Подойдем, скажем, Ань, ну вот смотри, который раз я тебе говорю, да, ну вот зачем ты ему это говоришь? Он видишь, он уходит, он, зачем, вот видишь, опять ты так делаешь. Что-то изменится у Анны после этого? Нет. Скорее всего, нет. Почему? Нет конкретного. Потому что у человека в голове система. Я привык делать так. Для того, чтобы эту систему преодолеть, сломать, сделать новую, ну, требуется множество часов, как какой-то практики, да, другой осознанной работы. А Аня сидит, например, на телефоне и постоянно отвечает на вопрос, нет, когда я буду этим заниматься, да? Когда я имею свою систему? Да никогда. То есть в большинстве случаев менеджеры по продажам – это ребята, работающие в режиме полуавтомата. То есть они работают по накатанной, и у них нет ни времени, ни желания. Единицы есть те, которые самостоятельно изучают книжки, которые самостоятельно ходят на тренинг, которые самостоятельно там, терзают руководителя, слушай, не получается, посмотри, помоги мне. Есть у вас такие ребята? Единицы, согласитесь. Ну, я через меня прошло огромное количество продавцов. В том же группоне каждую неделю я кого-то нанимал, кого-то понимал, что нужно быть скоро уволить. Это был маховик такой огромный. А единицы есть. В большинстве случаев это ребята, которые вот они в режиме полуавтомата работают. Поэтому что вы можете сделать, чтобы помочь им, это инструмент не только для контроля развития, а сделать систему оценки. Сделать такой чек-лист продвинутый по этапам звонка. Там здесь сильно не видно, так здесь у нас есть эта краска. В общем, этапная звонка, система с конкретным показателем. Приветствие, как проходит. Вот это делает, вот это делает, вот это не делает. С примерной фразой. Вынение потребности. Вот ты должен вот так, вот это обязательно спросить. Вот примеры фраз, как ты это можешь сделать. Презентация. Ты обязательно должен сказать об этом, об этом, об этом. Лучше вот так вот, какими-то фразами. Закрытие. Ты должен обязательно подвести. Вот промежуточный этап. Ты должен закрыть обязательно человека, там, ну, например, там, на демонстрацию какую-то, да? Вот примеры фраз и так далее, навыки, которые должны использовать. Вот так ты должен говорить. Возражение вот по такой-то схеме должно отрабатывать. Делается профессиональный чек-лист, делаются грейды. То есть как ты это сделал, ну, условно. Очень хорошо, 1 балл. Сделал хоть как-то, но, понимаете, попытка закрытия тоже она всегда по разным скрепам. Я могу сделать попытку закрытия, ну что, брать будете? Я же сделал попытку на закрытие. Ну, формально да. Потому что я могу просто сказать, просто ответить, дать информацию, да, вот будет стоить столько-то. Он такой, ага, понятно. Пару лет назад купить детский матрас. Я, в общем, есть профессионал, кто разбирается в детских матрасах? Вот, один человек нашелся. Так же, как не было вас тогда, к сожалению, на мою голову. Я так, человек не очень разбирающийся. Какие есть варианты? Можно пойти гуглить, да, изучать информацию. Я пошел проще, я человек, который любит потрогать руками. Я пошел в магазин, где было несколько представлено разных брендов. И у меня классический пример, который я увидел из двух разных крайностей продавцов. Первый – это Ascona, известный бренд-производитель, везде там в Яндексе реклама всегда. Я подхожу, там стоит такая женщина, красивые блузки, в юбке, вот лет там 40-45, с важным видом. Я говорю, добрый день, девушка, вот нужен детский матрас, посоветуйте, какой лучше? Она говорит, вот, пожалуйста, каталог, там все написано.
классический пример, я говорю, хорошо, беру потолок, а там 33 модели, что называется. А можете посоветовать вообще, какую лучше для ребенка взять? Почему Аскону стоит брать? Ну, вообще-то Аскону это бренд номер один на рынке. То есть шикарно. И в тот момент я понял, что я не получу консультации. И вопрос к системе. Какая система вот в этой компании? Как много клиентов они отшивают? Это классический пример менеджера. Может быть, там проблема с системой мотивации, она не замотивирована. Может быть, проблема в системе найма, не тех людей. Там куча элементов может быть. Почему так происходит? Но смысл в том, что это пример, когда ты понимаешь, что Аскон не заинтересован во мне как клиенте. Просто по причине, мы же по менеджеру решаем о компании. Что за компания? По одному человеку о вашем бизнесе клиент будет решать, вы вообще нормально или нет. Я пошел в следующий, там был Armatec, тоже достаточно известная компания, там был веселый мужичок, такой рыжебородый, 45 лет где-то, в клетчатом пиджаке. Это другой классический пример продавца. Рад тебя видеть всегда. Такой стресс, да проходите. Я говорю, классно, нужен детский матрас, сейчас все будет. Сейчас все сделаем, а вот смотрите, какой красавец, вы прилягте. Я говорю, да нам детский. Да сейчас мы до детского дойдем. Стал плюхаться на матрас, там, пытаться три раза вложить нас, показать какие-то крутые регулировки, там, в общем, всучил нам каталог и был счастлив, что мы ведь просто мимо прошли. Это другая крайность, когда вы понимаете, у вас было такое, что вас не слышат. Вы что-то хотите купить, а вас не слышат. Вам пытаются продать все, что угодно, но только не то, что вам нужно. И это тоже определенная система. Сам-то продавец, ну как человек, он классный. Ну вот реально обаятельный, улыбчивый, хренчичный. Но почему-то, блин, меня не слышат. Какая-то другая у него цель, непонятно какая. И в третьей компании, Comfortline она называлась, вот было почти все идеально, почти все. Ну вы сейчас скажете, что было не идеально. Я пришел, в общем, так же она мне, девушка была лет 35 где-то, выслушала, сказала, что вам нужно-то? Ну вот, а как вам, помягче, пожестче? Я говорю, а можно и так, и так, а можно и так, и так. Вот показала, какие есть наполнители, модель помогла выбрать, чего лучше. Все, а когда, в общем-то, мы определились. А в конце концов, ну окей, а как дальше? Она говорит, ну как хотите. Хотите, можем здесь сейчас оформить, хотите, на сайте у нас закажите, без разницы. И что вы сделали, как вы думаете? Пошли на сайт. Почему? Да потому что у клиента всегда могут быть сомнения. Какие могут быть сомнения в последний момент? А вдруг найду дешевле? А может еще посмотрю и другие лучшие варианты? Найду и куча других вещей. Я реально был готов там покупать, в принципе, пока она эту фразу не сказала. У меня даже не было мысли идти куда-то еще искать. Но мне самому дали инструмент для подумать. Вот это подумать, отложить. Это было воскресенье, на неделе матрас нужен, что называется, уже вчера. Я думал, ну, а сейчас приду, посмотрю. Естественно, пришел, не посмотрел. На неделю мне не было времени этим заниматься. В субботу я захожу в Яндекс, вбиваю эту модель. Мне первая страница выдачи дает рубль в рубль, все цены одинаковые на эту модель. Я на первом попавшем сайте Матрас.ру заказываю, мне завтра привозят. Кто выиграл в этой ситуации? Матрас.ру, потому что заплатил на первое место Яндекс, понимаете? И сколько таких клиентов? Девушка не получила комиссионные, Comfortline не получил клиента, я потратил еще неделю времени в ожидании. Потому что часто клиентам, ну, мне не помогли принять решение. Я мог бы сказать, ну, я сам виноват, сам такой умный. Может, так про всех клиентов сказать. Но представьте, какое огромное количество клиентов у вас, которые не могут сами принять решение, а вы не помогаете, и ваши менеджеры не помогают. Ведь часто нужно просто... Что нужно было сделать этой девушке, например? Просто закрыть сделку, да, просто сказать, ну, пойдемте оформим сразу. Там же... Плюс можно, опять-таки, вот эти сомнения, зная заранее, что есть сомнения у всех клиентов, а вдруг найду лучше, а вдруг найду дешевле. Можно сыграть. Говорят, ну вам же побыстрее нужно. Ну да. Ну давайте сейчас оформим, завтра уже привезу. Тем более цена на модель вообще рубль в рубль везде одинаково. Хотите, покажу, у них там компьютер. Я даже смотреть не стал бы. Но можно превентивно сделать так, что как бы у тебя нет сомнения, зачем куда-то идти смотреть. То есть достаточно одного утверждения зачастую клиента, чтобы он поверил. Простая вещь. Вот это можно контролировать. Вот такую историю можно сделать, да? Вот это просто пример, как это выглядит, история. Это то же самое, таблица, это такие штуки мы делаем сейчас. Мы делаем, мы на регулярной основе подключаемся к телефонии, мониторим, выдаем проценты, выдаем эффективность, видно, как происходит рост, не происходит рост по звонкам, и видно систему, и тогда ее можно менять. Вот. Видно динамику, видно так называемый показатель, call quality rate, да, или secure, или call quality systems, да, например, система. У вас есть такой параметр, его можно внедрять в систему мотивации. Call quality rate должен быть там минимум там, 80% эффективности. Потому что кто платит за лиды входящие? Есть такие? Не очень много людей платят за лиды входящие. Значит, вы в большей степени по-другому клиенты привлекаете. Но особенно это ценно для тех, кто платит деньги за каждый потенциальный входящий звонок или за каждый потенциальный входящего клиента, да, как с ним работает человек. И вот завязывая эту систему мотивации, не только показатели конверсии его, а то, как он общается.
да, какой вот этот у него call quality rate, качество, качество его общения. Можно влиять на него. Хотите такую штуку посмотреть, можете смс-ку кинуть мне на номер, я потом пришлю вам ссылку, посмотреть на эту систему в действии, покажем ее. То есть, с чего она состоит, как ее делать, потому что там, ну, порядка минимум 30 параметров, которые важно учитывать при оценке. А следующая история. Система мотивации. Это тоже то, что влияет на вашу, на ваши результаты, на ваш бизнес. Все, вернуть. Давайте на 3 секунды. Раз, два, три, и пошли дальше уже. Нам времени. Если вы озвучите. Что? Сейчас там все отправим. Давайте в конце. А, все, я понял. Не видно из-за меня. Я забываю все время, что у нас там же еще много людей за колонной, которых мне не видно. Давайте я буду периодически подходить. Теперь вообще никого не видно, да? Я так не работал еще с людьми за колонной. Вы здесь что кричите? Следующая история. Система мотивации. Важная история. Что контролировать? Люди – это люди. И большинство менеджеров, кто я сам такой и сам таким был, нас деньги интересуют. Хорошего продавца интересует не только товар, не просто. Действительно, много есть, кто ради идеологии продает. Там, мне важно продавать. Мне, например, очень важно продавать качественную услугу, качественный товар. Я не могу продавать, ну, дерьмо какое-то откровенно. Есть те, кому плевать на это. Важны деньги. Но деньги все равно являются одной из ключевых мотивационных составляющих любого человека и менеджера, кто работает ради денег, особенно в продажах. Люди идут в продажи, чтобы зарабатывать больше. И важно в вашей системе, чтобы как это все построено, на что завязана ваша система мотивации. Позволяет она им больше делать или нет? Кто готов, например, платить там, в два раза больше продавцам, если они будут делать в два раза больше результатов? Не все. Процентов 15 руку поднимают. Где-то, может быть, модель бизнеса не позволяет это делать, да? Но по факту всегда можно сделать так, что люди будут получать гораздо больше, если будут колоссально больше результатов давать. Важно, чтобы завязывать. Классическая история и ошибка, когда мы людям просто даем оклад и процент. И все, менеджер приходит, ему дается оклад какой-то, суп небольшой. И говорит, вот процент от сделок, будешь продавать. Хуже, когда вообще просто оклад, без всего. Этот человек вообще ни в чем не заинтересован. Оклад плюс процент, но он хоть в чем-то заинтересован. Но опять-таки мы из продавца в нашем бизнесе делаем предпринимателя индивидуального. Хорошее настроение, поработает. Заработает все деньги. Плохое настроение, что-то не так, не заработает, а нам не принесет денег. А вообще, такая пагубная история с нами как предпринимателем. Мы часто хотим переложить ответственность за наш бизнес на кого-то другого. Мы хотим, чтобы мы ничего не делали, а вот кто-то что-то делал. А в отдел продаж сам был, менеджеры сами продавали. Не получается. Редко такое получается. На что важно контролировать? Конверсию, средний чек, количество звонков, качество звонков, вот это, да, по call-quality system. А количество встреч, качество встреч, если они встречаются с клиентами или там, в магазине, как они это делают. Количество отправленных коммерческих, количество демонстраций. Но есть какие-то промежуточные показатели, на которые должна быть завязана система мотивации. Потому что, в общем-то, за что мы платим деньги? Если к вам приходит там, 100 звонков в неделю, поступает, ну, не важно, какое количество. А сколько из них трансформируется в клиентов? Если можно завязать просто на проценте, он сам определяет. Если у него есть норматив, то есть ты, как у нас было в Группоне, у тебя есть норматив. Ты должен делать, если это активная продажа, ты должен делать минимум там, 30 звонков в день. Ты должен начать минимум 3 встречи. Ты должен за неделю минимум один контракт приносить. И это показатель. Недельный показатель по контракту выполнен. У меня сейчас такая же история. Минимум один контракт в неделю. Минимум. Сделан контракт, значит, ты, скорее всего, план продаж месячный выполнишь. Не сделан контракт, вероятность, что план продаж выполнишь минимальный. Ну, уменьшается, скажем. Есть так называемый run rate. На сколько ты выходишь. Да, график, где мы каждую неделю сидим и разбираем. Ты сделал столько-то за неделю, четверть месяца прошла. С таким текущим по объему продаж ты выйдешь к месяцу конечному, вот с вероятностью столько-то процентов. Это все высчитывается достаточно легко. Просто считаете, четверть месяца прошла, осталось три четверти. Если у меня цель миллион, а я сделал 100 тысяч за первую неделю, то я выйду к концу месяца с таким темпом на 400 тысяч. До плана мне, мягко говоря, не хватит еще 600, да? Но важно, чтобы менеджеры это видели в динамике. У нас была система, были рейтинги, каждый день обновлялись, и, в общем, эта штука работает. И мы туда, и смотрите, привязывайте. Есть количество демонстраций, количество встреч, количество среднего чека. За что отвечают? Если входящие интернет-магазины, там обязательно средний чек и конверсия нужно привязывать. Потому что
Менеджеры, которые принимают звонки, заявки, они отвечают за это, они влияют на эти параметры. То, что влияет на их результат, должно быть зашито в систему мотивации. Альтернативная мотивация. Важно, чтобы у вас присутствовала альтернативность, не только денежная история, но она может в деньгах измеряться, может в других вещах. Но люди еще, как я вначале сказал, конечно, ради денег мы приходим сюда. В ваш бизнес мы приходим ради денег. Но есть еще другие вещи, которые важны. Например, такие как признание. Да? Например, такие как достижение какого-то результата. Лучший продавец месяца, квартала, года. Есть у кого-нибудь такие номинации? О, супер, три человека такие, как по команде. Вы не вместе работаете? Вот. Очень круто, когда каждый месяц есть признание лучшего менеджера по каким-то параметрам, по каким-то результатам. По итогам года они соревнуются, кто больше по итогам месяцев наберет, да, в конце года получают какие-то плюшки. Там можно разные придумывать, даже достаточно просто переходящего приза и статуэтки, которая вот у лучшего продавца будет как кубок какой-то переходящий, а в конце года навечно отдается человеку. Небольшие вещи, она не требует затрат, но ее достаточно просто как символизм.